Что это за черная кошка такая? Следующее хорошо знакомое вам упражнение. Приготовьтесь. Начали! Шарапов из Мура. Насчет золотинок. Ты не скажи, Петюня, как это нет вопросов? Ты знаешь, это дело серьезное, тут подход нужен. Ну, что скажешь, разведка? А вы, моя милая, будете отвечать по всей строгости закона, как положено. А что ж сыграть-то? Мурку! Люди это любят. А как с жилплощадью сейчас? Нормально? Не нормально. Твой номер 16, помалкивай в трубочку, ясно? Помалкивай, тебе говорят. Вот что людей интересует. Угостите даму спичкой, гражданин начальник. Облигация или облигация? Облигация. Че? Какая облигация? Я майка облигация. Да ты что, с ума сошла? Кошелек у гражданки украл. Кошелек! Какой кошелек? Я сам не понимаю. По замазкам вроде бы фраер. А не фраер, точно. Вор должен сидеть в тюрьме. Встретимся в клубе, понял? Хорошо. Шарапов. Армстронг, давай! Кто такая? Почему не знаю? Шикарный ресторан, отметьте. На глазки рассказываешь. Сейчас всем спать. Немедленно.